Компактный штурмовой рюкзак Minimap собственного производства Airsoft Rus. Рюкзак выпускается в нескольких расцветках. Олива, Multicam, Coyote Brown, Atax FG и черный. Материалы изготовления. Основной материал — это нейлон плотностью 1000D, стропы нейлон, фурнитура ударопрочная Apri. У данного рюкзака есть один основной отсек, в котором есть карман для размещения гидратора. Тут же есть крепление для гидратора, а также отверстие для вывода шланга от питьевой системы. На внешней стороне рюкзака есть дополнительный карман. Он закрывается на молнию. Также тут есть еще один дополнительный карман, который закрывается на велкро. В верхней части рюкзака есть велкро-панель для крепления патчей. Под велкро-панелью также есть карман для размещения небольших предметов. По бокам рюкзака есть две молнии для быстрого доступа в основной отсек. С левой стороны, с правой стороны и на тыльной стороне рюкзака есть молли-ячейки для крепления дополнительных подсумков. Также тут есть две стропы для регулировки объема рюкзака. Стропа регулируется по длине и фиксируется на фастекс. На бронежилете и любой другой молли-поверхности рюкзак крепится с помощью строп молли. Например, следующим образом. Также этот рюкзак может использоваться совместно с нагрудниками, например, D3 Chest Trick или D3 Chest Trick Heavy.